Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101 FM. В студии Светлана Удельная. Здравствуйте. Представители комитетов областного заксобрания будут получать зарплату в размере 60% от губернаторского оклада. На последнем пленарном заседании депутаты приравняли председателя государственным служащим. Вместе с новым статусом они получат значительную прибавку к заработной плате. Если раньше их оклад составлял 45%, а заработная плата губернатора – это примерно 46 тысяч рублей, то теперь он равняется 60% от губернаторского. Инициатором увеличения выступил коммунист Валерий Турула, сам занимающий должность председателя комитета. Программа «Экономика». Прокуратура считает вину советника губернатора Андрея Вотинова доказанной. Затянувшееся судебное разбирательство по делу Вотинова подошло к завершающей стадии. Правда, под занавес сторона обвинения снизила размер предполагаемой суммы взятки. По словам бывшего директора Кировлеса Вячеслава Ополева, Вотинов обещал за 10 миллионов рублей прекратить проверку предприятия и оставить Ополева в директорской должности. Однако передать чиновнику всю сумму якобы не удалось. Ополев не нашел достаточного количества денег. С этим обвинение посчитало необходимым забыть о первоначально обозначенных 10 миллионах и ограничиться условным сроком. Программа «Экономика». В 2012 году показатели регионального развития выйдут на докризисный уровень. Об этом заявил на днях губернатор Никита Белых. По словам Белых, экономика области восстанавливается быстрее, чем планировалось. В прошлом году она выросла на 5%. По темпам промышленного развития регион занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа. Снижается и уровень дотационности области. В 2009 году он составил более 35%, сейчас 29%. В конце 2012 года власти планируют выйти на показатель 24,5%. Между тем, по объему освоенных инвестиций Кировская область на предпоследнем месте в Приволжье, сообщает Росстат. Программа «Экономика». Ипотека по-прежнему недоступна для 81% россиян. Таковы данные опроса Национального агентства финансовых исследований. Известны и основные причины такой ситуации. Это недостаточный уровень доходов, неуверенность в завтрашнем дне и слишком высокая процентная ставка. Впрочем, еще в прошлом году Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что ставки по ипотеке необходимо снизить до 5% годовых, а каждая семья должна иметь возможность улучшать свои жилищные условия как минимум раз в 15 лет. Светлана Удельная, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.